Итак, мы снова в эфире. Сегодня тот самый день, господа. Хасан, как обычно, появится в 16:30. Мы знаем, что он передвигается с 6 охранниками. 2 остаются у машины, 4 идут с ним в отель. 1 в фойе, другой на этаже рядом с лифтом. Парень снаружи у номера и 1 в номере. Там наша цель. У вас 4 минуты, чтобы добраться до машины и свалить. Вопросы? Хасан влезет в багажник? Еле-еле. Совсем не сложно. Как 2 пальца. Дасти, мы двигаемся. Хасан что-то сказал? Вот дерьмо, это я к этому. У меня его телефон, но... Вот план. Что происходит в отеле? Она здесь. Прием. Видите, соберите от точки эвакуации как можно быстрее. Дасти, ты там на связи? Так точно. Нужно залезть в этот ноутбук отсюда. Прием. Подцеплю его к мобиле. Импортируем данные позже. Давай сейчас покопаемся. Понял. Контакты, расписание, залезьте везде, куда сможете проникнуть. Прием. Сейчас пик, не спускай глаз с дороги. Дасти, это еще кто-то. Это охрана Хасана. Бегите дальше. Противник сзади. Все понял. Дасти, не слышу тебя. Не можем оторваться от него. Как называется улица? Быстро. Он пытается преградить нам путь. Право. Дасти, все готово. Законнектируйся. Ты шутишь, да? Делайте свою работу. Здесь мы от них не оторвемся. Помощь, Дасти!
оставайся справа. Встреча, съезжай здесь. Ага, вижу, через 200 метров направо. Езжай быстро, Мазар, вы не одни. У банкира столько охраны. Странно это даст. Об этом не волнуйтесь. Похоже, от преследования мы избавимся. Как передать это? Все хорошо, передает медленно, но стабильно. Понял. Ричард, тормози. Вон они. Погоди. Погоди. Блин, что они творят? Не двигайся. Так, ребятки, люди Хасана оцепляют зону. Я сейчас передам вам видеосигнал. Там пометил вам укрытие. Езжайте медленно и не высовывайтесь. Окей, Дасти. Они уходят. Они перекрыли дороги. Вам нужно направо. Что за фундаментом? Избегайте машин, вы от них не оторветесь. Нас засекли, жми! Вы на южной стороне. А вам еще одна машина. Все понял. Он исчез. Отходи. Машина справа. Понял. Стой. Стой. Что скажешь, Дасти? Чисто. Двигаем. Машина справа. Ясно. Остаемся здесь. Слева враг. Понял. Не газуйся. Помедленнее. Впереди люди Хасана. Ясно. Понял. Стой, стой. Постой, за углом подозрительная машина. Понял. Все нормально, иди. Ясно. Вижу, впереди машину. Все понял. Понял. Дасти, как дела? Что скажешь, Дасти? Секунду. Ясно. Ничего страшного. Продолжай ехать. Вижу впереди машину. Здесь поворот направо. Укройся за фундаментом. Так, Притч, вот так. Становись здесь. Отлично, Притч. Жми на газ. Так, из района выбрались. Следуй прямо. Мы потеряли связь. Надо назад на шоссе Шейха Зайда. Дасти, мы назад на шоссе. Осторожно, дорога впереди заблокирована. Все понятно.
сможет. Уходите в свое! Он пытается преградить нам путь. Машин все больше. Все понял. Выезди не будет. Выезжай с обратной стороны. Да, понял. Вот он, окей. Прекрасно, брат. Мы его завалили. Черт, они тебя окружают. Ничего страшного. Продолжай ехать. Пронесло, Причин. Следи за движением. Направо, к зданию. Он готов. Место грузовика. Мы от них оторвались. Дастин, ты там? Вас слышу. Связь восстановлена. Поменяйте машину. Вы возле автостоянки. Ее видно на GPS. Понял. Рич, направляйся к автостоянке. Через 500 метров слева. Поменяйте машину и сидите тихо. Он выезд слева. Слишком близко, поберегись. Другой автомобиль на первом этаже. Быстро кто-нибудь эвакуации. Тут дополнительный транспорт, Дастин. Быстро. Избавимся от этой развалюхи, возьмем Хасана и смываемся. Кого еще черти принесли? Дерьмо, откуда они лезут? Пошли, уходим! Не придумай, как нам выбраться! Я... Просто езжай прямо. Отрезаны, Дастин. Давай на верхний уровень. Налево. Езжай направо. Иди за этими идиотами. Что там, черт возьми?
ни хрена не видим. Дасти. Потерял тебя, подожди. ВПВА пришлось улететь. Возвращается обратно. Слишком близко, Фри. Эти две машины, Фри. Дасти, глянь, та машина еще на хвосте. Сатальдин, наверное, тоже сбежал. Наверное, это нам и было нужно. Впереди авария, езжай налево. Здесь налево. Думаю, он исчез. Круто рулишь, Притч. Понял, похоже, чисто. Идете к точке эвакуации. Передача завершена, Мазер. Сатальдина видно. Ага, все нормально. Включаюсь у Хасана, вылилась веселая поездка. Ай, я бы на.